Продолжает увеличиваться уровень перелива на Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области. Синоптики отмечают, что повышение уровня воды идет за счет ее поступления с территории Акмолинской области. Напомню, пару лет назад мосты Сергеевского и Петропавловского гидроузлов признали аварийными. По словам экспертов, этот факт не повлияет на работу самих дамб. Отмечу, в прошлом году максимальная высота перелива не превысила 1 метра. В 2017 году вода шла выше гребня на целых 3 метра. В 2022 году оба гидроузла прошли многофакторное обследование, и техническое состояние гидроузлов удовлетворительное, есть заключение актов и имеется декларация безопасности. Оба гидроузла работают в штатном режиме, никаких опасностей нет. Организовано круглосуточное дежурство,